Доброго дня, дорогие подписчики! В ближайшее время я постараюсь записать для вас вопрос-ответ в видео, поэтому по-прежнему жду от вас в комментариях вопросы. Вы можете задавать их по любой теме касательно парка, может у вас есть какие-то вопросы по животным или по работе. Также в ближайшем видео я постараюсь на эти вопросы, скорее всего, вместе с Андреем для вас ответить. Приятного просмотра! И не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Два сбежавших казачка теперь у нас здесь Вега сидят. Вон Монечка лежит. Лорд. Монечка, как ты красиво лежала. Ай, какие вы ласковые. Насколько я помню, Моника была менее контактная, чем Мамба. Но она такая ласковая теперь. Ух ты. Очень хотят покусать руки, да? Ай, Вега, красавица. Что такое, Монечка? Такая симпатичная. Ах ты! И тебя, конечно. Куба тоже вот отдыхает в тени. Сегодня в Петербурге довольно жарко, у нас должно дойти до плюс 16. Так что наши питомцы спрятались в тень и теперь отдыхают. Вы тут затеяли побег? А что? Что вы? Вот правильно ей. Правильно, за то, что она решила сбежать. Нет, не надо. А смотрите, что делает. Нет, не прокопаешь. Эх ты, вся в песке. Привет. Сразу все сбежали, всем хочется внимания. Не дают вольника поснимать, да? Баута. Ты, ничего себе, ты щелкаешь челюстью. Максимально просит оставить его. Хочется, да, может, и оставим тебя. Если достойного претендента не найдется на совладение, оставим его в парке. Алитка, ты так смешно лежишь. Ну-ка, давай. Ой, а пузо-то как? Как у братиша-то нет у тебя. Привет, сына. Привет. Что ты сина пихаешь?
Ничего себе, Алита. Лык пришла. Ой, сейчас я тебя почешу, не переживай. Ну что, давай проверим? Ну-ка, Алитка, давай присакуй. А ничего и нет-то. Ой-ка, Синай заигрывает. Балдеешь, Алита? Тоже пришел почухаться. Ну давай. Все пришли, все хотят полежать здесь. Ну да, все внимание хотят. Ой, у тебя лапа, как моя рука. Ты кабань, ты кабанчик. Ты кабанчик, да? У Луи, кстати, более сильные укусы, чем у Алиты. Она кусает аккуратнее. Ну, не Луи, конечно. Ну-ка, а у тебя? А у тебя целый батон. Девчата. Девчата. Алита. Здрасте, это какие? Алита. Не доставай его, Алита. Вот. Не доставай его. Нет, ты посмотри. Нет. Алита, какая ты ревнивая это оказывается. Алита. Алита. Пусти его. Пусти его. Вот так. Ой-ка, ну-ка давай посмотрим, а ты наела? Ой, а ты-то как наела? С братишом скоро сравнишься. Да, Лойка? Ой, достаешь меня? Ах ты, тоже балдеешь, да? Там вот сюда лежит. Кто там? Там Фурия смотрит за нами, да? А вот результаты нашей уборки бытовки. Как видите, мы все постарались аккуратно разложить. Здесь лежат крупногабаритные инструменты и техника. И вещи, которые были раскиданы по полу, провода, шланги. Тоже какие-то уже маленькие инструменты. Мы их разложили по полкам. Вот. Теперь здесь все вот так вот аккуратно. Даже пропылесосили, подмели. Теперь здесь чисто, свежо дышится. Просто отлично.